со школьной. Mm-hmm. Сколько даже мне сейчас? Сколько у нас тестовая? 70. Еще берут их? Да. Бабушки, смотрю, приходят. Сколько, какую массу теста вы туда положили? Так, на 20 булок они по 585, они у нас, это 11600. И там вы поспылили мукой, да, донышко? Да, чтобы не прилипло. Что мы сейчас делаем? Подъем делаем, это выходит воздух, получается, на пресс. Выдавляется форма, режет что? На булке, да. То есть он уже порезал? Да. Чего дошел прогресс? Вышло масло? 585. Угу. А еще одну можете кинуть? Я чуть-чуть попредставить. Видите, как точно. Двадцать буханок, одни маха. Также мы чайбату на неделю получается, потому что у меня ровное количество дальше. Ну, как быстро. Ну, конечно, руками я бы сейчас так стоял, бью. Следующую партию. Распределяю, чтобы ровно. Но как где-то не так вдавляет, а параллельно. То есть сверху вы уже мукой не припыляете? Нет, ничем не делаем. Масляная, да, поверхность. Что, да, масляная. На дно мука, поверхность масла. Это нормально, да, это допустимо. Любой делитель будет погрешен. Нет, маковый. Маковый. Кто-то ест такое? Да, берут. Тогда убрали его как бы сюда. Люди это спрашивают. Есть еще, видно, любители героинчика. И что, и все? Нет, сейчас я раскатаю его еще. Ну-ка, покажите. Сейчас. Да. Мак-то эти вываливает. Выгрузка хлеба формового. Подружка с сыром. Угу. Колбасный сыр получается, яйцо и майонез. Наше утро началось. Выпечки стоят на той, которую мы на ночь оставляем.
слойка с творогом. А с чем у тебя там пирог? С капустой и курицей, с картошкой. А как ты их различаешь? А это да, по рисунку. По рисунку? Да. Где какой, ну-ка расскажи. Вот тут мясной, тут вот две полосочки, вот такие как. Вот эти сверху. Да. А тут идет, ну, зигзагом идет. Так, так у нас можно. Сейчас они подымутся, они, ну, красивые они будут. Это у нас пирог с яйцом, да, на слоеном тесте. Угу. Сколько? 300? 300 грамм. Вот, да, начинки. Начинки. А тесто? Запуталась. 300 теста, 200 начинки. 200, вот. Так, вот это с чем? Так. Вот это у нас да, пирог с фаршем с картошкой. Вот. Это с капустой. Это с капустой. Ну да, там маргарин еще у нас замерзший. Это с консервой. Консерва рис? Да. Сколько нам масса на выходе нужна? 200 грамм. Сколько начинки должно? 30. 200. Тесто 30. Уже по-детски уже. Сколько надо этих надрезов сделать? Сколько войдет? Как лазит, да, как бы. Такого нет, ну что, количество. Кунжу там посыпать. И так много. Ну, мало посыпешь, ну как бы прям так плотненько садить, да? Сюда поместили белковый крем, залили гелем. Это маффин с шоколадной крошкой. Так, это белковый крем. Внутри творожная начинка. Мы находимся, я нахожусь в городе Ставка.
нас кондитерский стиль, да? Сопутствующие товары, молочная продукция, колбасная. Здесь у них собственное производство. Пельмени, вареники.